напряжение внешнее. Останавливаемся, делаем внутренние круги. Останавливаемся и кладем правую ногу на левую, в полулотос. Так, чтобы стопа смотрела наверх. Разворачиваем ее немного. Левой рукой берем левую стопу. Правой рукой немного наклоняем это мягкое место на правой ноге вниз. Чуть-чуть. Мягко, с мягкой улыбкой на губах. Останавливаемся. Флекс в левой ноге, плечики смотрят вперед. Вдох, руки наверх. Выдох, берем ногу здесь или здесь. Еще раз берем вдох. И выдох, опускаем голову вниз. Один. Два. Три. Четыре. Пять. На вдохе поднимаемся, на выдохе расслабляемся, меняем ногу. Правая нога прямая. Выставляем ладошки. И на ладошки кладем левую ногу. Покачиваем ее медленно, с стороны в сторону. Работаем над раскрытием нашего таза. Останавливаемся. Поднимаем вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. И выдох. Останавливаемся. Делаем внешние круги. Большие. И внутренние. Останавливаемся. И кладем в полулотос левую ногу на правую. То же самое. Немного наклоняем левое колено мягкой частью вниз, чтобы она больше опустилась. И стопа больше раскрылась. То есть одновременно, если чем ниже колено, тем больше стопа смотрит наверх. Угу. Выравниваем плечики фронтально. Стопа у нас во флексе. Вдох, руки наверх. Выдох, берем ногу здесь или здесь. Берем еще раз вдох, вытягиваем спину. И выдох, опускаем голову вниз, локти в стороны. Один. Хвостик тянется назад. Два. Три. Плечики идут назад. Четыре. Пять. На вдохе медленно поднимаемся, на выдохе виньяса йога. Расслабление спины. Левая нога прямая, правая нога упирается в левую. Плечики смотрят фронтально, вдох, руки наверх. Выдох, берем левую ногу. Выравниваем плечи фронтально. Вдох. И выдох, опускаем голову вниз. Смотрим вперед, да, один, на большой палец. Два. Три.
Поднимаемся на выдохе. Меняем ноги. Правой прямая, левая упирается в правую ногу. Джамшишасана. Проверяем пупок, смотрит на правое колено. Плечики фронтально. Вдох. Выдох. Вдох. Утягиваем спину. Выдох. Кладем живот, грудную клетку. И потом только опускаем голову, но голова продолжает смотреть на большой палец. Правой ноги. Один. Два. Наша грудь стремится коснуться правой стопы. Три. Тянемся. Четыре. Пять. На вдохе медленно поднимаемся. Выдох. И виньяса йога. Левая нога остается согнутой. Обнимаем правое колено. Обнимаем правое колено. Стопу ставим под нашей подмышкой. Левая стопа у нас почти под правым тазом. Подтягиваем стопу к себе. Обнимаем. Дышим. Вдох, правая рука наверх. Выдох, тянем вперед перед правым коленом. Перед животом, перед правым коленом. Обнимаем с внешней стороны, пальчики назад. Правое колено обнимаем, правую руку. Вдох, левая рука вперед тянется. И выдох. Делаем захват и соединяем пальцы сзади. Вдох, вытягиваем спинку и выдох, опускаем голову вниз. Можно схватиться за маечку и держать с двух сторон маечку. Один. Два. Можно взять ремень или мешочек какой-нибудь, держать с двух сторон. Три. Четыре. Пять. На вдохе поднимаемся, на выдохе расслабляемся. Я развернусь так, чтобы было более понятно. И с другой стороны обнимаем левое колено. Вдох, левая рука наверх. Выдох, тянется вперед, перед коленом. Обнимаем левое колено, пальчики назад. Вдох, правая рука вперед. Выдох, через бок. И ищем пальчики сзади. Вдох. И выдох. Соединяем пальцы за мной, голова вниз. Один. Два. Три. Четыре. Пять. На вдохе поднимаемся, на выдохе. Расслабляемся, виньяса йога, расслабление спины. Это делается постепенно, а не постепенно-постепенно соединяться. Надо просто постепенно повторять, работать над этим упражнением. И для начала можно взять какой-нибудь даже полотенчик и схватиться с одной стороны к другой. И руками перебирать, пока они не соединятся. То есть надо почувствовать еще руки, где они находятся. Потому что они могут в разной плоскости находиться. Нужна такая своеобразная такое видение сзади, чтобы нам сзади творится. Иногда мы не чувствуем, где у нас руки находятся. Одна может быть ладонь выше, другая ниже. Давно просто, наверное, мы не делали это упражнение. Надо повторять. И останавливаемся. Левая нога прямая.
обнимаем правую коленку. Флекс в левой стопе. Вдох, правая рука наверх. Выдох назад. Недалеко от спинки. Вдох, левая рука наверх. Выдох за колено. Вдох, вытягиваем позвоночник. Опускаем левое плечо. Выдох, скручиваемся вправо. Один. Два. Три. Четыре. Пять. На вдохе возвращаем взгляд вперед. На выдохе расслабляемся. Меняем ноги. Обнимаем левое колено, правое прямая, флекс в правой стопе. Вдох, левая рука наверх, левая. Выдох назад, недалеко от спинки. Вдох, правая рука наверх. Выдох за колено, натягиваем пальчики. Вдох, вытягиваем позвоночник, опускаем правое плечо, выдох. Скручиваемся влево. Один. Два. Три. Четыре. Пять. На вдохе смотрим вперед, на выдохе. Виньяса йога, ослабление спины. Садимся стопа к стопе, стопы немного выдвигаем вперед, просовываем руки снизу, обнимаем стопы и пальцы, вдох, вытягиваем позвоночник, выдох, опускаем голову вниз, поза спящей черепахи, Курматанасана. Один, два, три. Пять. На вдохе поднимаемся, на выдохе виньяса йога. Сгибаем ноги в коленях. Берем большие пальцы ног. Делаем такие кольца, соединяем два указательных, средний, большой палец между собой. Наклоняем корпус назад и отрываем пятки. Баланс здесь, концентрация немножко назад, назад, назад. И постепенно выпрямляем ноги. Один. Два, три, четыре, пять. Ноги вместе. Ноги вместе, да? Другое, другая асана. Больше выпрямляем колени. Ты можешь, да, притягиваем ноги. И опускаем. И вдох. И выдох, переворачиваемся вперед. Вдох, полный виньяс. Выдох. Собака морда вверх. Собака морда вниз. Вдох, смотрим вперед. Выдох, сгибаем ноги в колени. Вдох. И выдох, садимся, обнимаем свои колени, ложимся. Покачиваемся слева направо. Останавливаемся. Выпрямляем левую ногу. Флекс левой ноги. Берем большой палец правой ноги. Голова наверх. Какой? Какой рукой? Правой рукой. Левая рука на левом бедре. Один. Голова наверх. Два.
опускаем голову, опускаем правую ногу. Правая рука на правом бедре, удерживаем, чтобы она не поднималась. Берем левой рукой большой палец левой ноги. Поднимаем, укрепляем, выгибаем голову. Один, тянем руку на себя. Два, три, четыре, пять. Опускаем голову, опускаем. Поднимаем, сгибаем колени и покачиваемся слева направо. Берем под колени, покачиваемся вперед-назад, вперед-назад и вперед. И давайте сделаем несколько упражнений на лицо, йога для лица. Колени у нас свободны, сидим свободно, ладони на коленях. Представим, что у нас на середине лба солнышко. И от него расходятся лучи в разные стороны. Растягивая лицо от середины лба к периферии, к бокам, на затылок. И разглаживая морщинки, морщиночки, неровности. Закрываем глаза, тянем лучами кожу, растягиваем в стороны, как лучики солнца, и дышим. Кожа растягивается от центра к бокам. Расстояние между бровями увеличивается. Складка между бровями разглаживается. Открываем глаза. Сделаем второе упражнение. Выпучиваем глаза вперед. То есть максимально выставляем глаза из орбит. Наружу 8 раз. Раз, два, три, смотрите на меня, 4, 5, 6, 7, 8. Отдыхаем, хлопаем глаза ресницами. Быстро-быстро. Закрываем на 1-2 цикла дыхания. Еще раз делаем солнышко. Открываем глаза. Третье упражнение. Улыбка. 30 секунд быстро-быстро улыбаемся. Посмотрите на меня, как это делаю. Тридцать раз. Снова закрываем глаза, делаем солнышко, отдыхаем. Четвертое упражнение называется рыбка. Делаем такие губки. Как будто бы хотим поцеловать кого-то. Вот, уточкой губки. 8 раз. Останавливаемся. И еще раз солнышко. Пятое упражнение называется лев. Вытаскиваем максимально язык наружу. Можно еще с руками сделать, это выглядит так. Дети очень любят это упражнение делать.
8 раз. И отдыхаем на солнышке. Продолжаем растягивать нашу кожу. Кожа становится мягкой, гладкой. Пропадают морщинки. Открываем глаза. И последнее упражнение мы сегодня сделаем. Называется «Двигать ушами». Представляем наш череп. Череп представили, и на нем, как маска, наша кожа. Она натянута. То есть между черепом и кожей есть расстояние. То есть мы можем эту маску натянуть так, чтобы она растянулась и сделала нам красивый личико. То есть со временем у нас вот эти вот брыли, щеки опадают, становится такое бульдожье лицо тяжелое. Из-за гравитации, из-за стресса, из-за тяжелой жизни и так далее, и т.д. и т.п. Короны и бой, все, что нам пришлось пережить, все возвращаем назад. Все как будто бы не было, исчезает. Натягиваем кожу к периферии на затылок и стягиваем. Как мы это делаем? Мы тянем ушами нашу кожу назад. То есть нужно представить, уши наши начинают двигаться и растягивать маску на нашем черепе назад. И все, стягиваем вот здесь. Смотрите. Двигаю ушами. Видно, как я двигаю? Видно? Да. Видишь? Это упражнение можно делать без ограничений. Любое время, сколько хочется. Чувствуете, как натягивается кожа? Чувствуете? Вот сюда она поднимается. Пытаюсь даже уже с вами шевелить. Лучше это упражнение делать перед зеркалом, тогда будет виднее, как оно двигается. То есть сначала оно, как будто бы оно на месте, а потом оно постепенно начинает двигать. И длинный. О, завязали здесь, расслабили, солнышко сделали. Улыбка года. Улыбаемся. Отлично. И теперь шавасана, поза расслабления. Ложимся на спину, вытягиваем ноги вперед. Ладони смотрят на потолок. Или поза богини, стопа к стопе, коленки в сторону. Отпускаем челюсть, низ живота, низ спины. И шавасана несколько минут. Расслабляемся. И заканчиваем наше.